Вот мы находимся в храме Богоявления. Какое сегодня число у нас? Третье. Мы с отцом Дорофеем поехали в Усть-Камчатск, Нижний Камчатский острог. И вот мы находимся в храме Богоявления Милькова. Здесь служит мой ученик, отец Василий Эрик Гросс. Вот мы с ним встретились. Вот такой у них храм, чистенький, уютненький. Вот столько у них всего доброго. Ага. Что вы говорите? Это очень здорово, Вон батюшка крестит нашего, моего ученика. В свое время я преподавал в уроке музыки ему. Вот у них вот такое